Привет, друзья! Вы на канале «Русская дымка». Я читаю ваши комментарии и несколько раз был, мягко говоря, сильно удивлен. Не могу сказать по-другому в эфире, когда сталкивался с комментариями, в которых утверждалось, что аппараты Вейн – это аппараты, которые производятся в Китае и продаются в России через интернет-магазин «Русская дымка». Я был так сильно удивлен, что съездил на наше производство и снял для вас процесс сборки самогонного аппарата. Преимущественно аппарата Вейн, но и детали кое-каких других аппаратов также попали в кадр. Поэтому прошу со мной, пройдемся по нашему производству, по основным этапам производства аппарата Вейн. Итак, мы с вами на участке лазерной резки. Большой и умный лазер из больших листов нержавеющей стали. Режет заготовки для крышек и других мелких элементов. Ну а из труб режутся заготовки для колонны. Холодильники, дефлегматоры. Будущие холодильники и дефлегматоры. Далее этап сварки. На позиционере привариваются внутренние трубки холодильника и дефлегматора. Потом они обвариваются для герметичности. На точечную сварку прикрепляются клампы. Потом клампы привариваются по кругу. И элемент готов. Смотрите, какой большой участок сварки. Ну а для аппаратов, баки которых изготавливаются непосредственно у нас, на производственной компании Вейн, используется процесс плазменной сварки продольного шва. Это такие аппараты, как аппарат «Дымка». Переходим к крышкам. Сначала на вырезанном лазером кругу выкатывается бортик крышки. А потом из этой заготовки на прессе формируется конусная форма. На больших станках числовым программным управлением изготавливаются мелкие детали с сложной геометрией. Вот в этой вот ванне, большой промышленной ванне химполировки, сформированные заготовки полируются. В результате становятся блестящими и красивыми. Отсюда идет управление процессом. Мы на участке, на котором производится проверка изделий. На баке устанавливается сливной кран.
и проводится проверка герметичности сжатым воздухом. А вот здесь из больших блоков пенопласта вырезают детали упаковки. Готовые части аппаратов попадают на участок упаковки и комплектации. Ну что ж, вот примерно таким образом на производстве русской дымки собираются с нуля из нержавеющих труб, из листов нержавеющей стали ваши самогонные аппараты, друзья. И на сегодня до 10 тысяч в месяц аппаратов мы производим и собираемся дальше увеличивать этот показатель. Итак, это то, что я хотел вам показать и рассказать о нашем производстве. Вы на канале «Русская дымка». Цените натуральное.